Продовжимо говорити на музичні теми, і поряд зі мною вже є гість. Василь Івасів, учасник гурту Lazed Orchestra. Доброго ранку, Андрію. Дякую, що завітав до нас в студію. Ти сьогодні сам представляєш свій гурт, да, так? Да. І давай поговоримо про його історію створення. Як все починалося? Ну, попытки создать группу я предпринимал еще в январе 2014 года. Ну, мы постоянно собирались, репетировали, кто-то уходил, кто-то приходил, кого-то выгоняли. Вот. Ну, никакого движения не было. Я понимал, что толку от этого точно не будет. И ну, также я понял, что надо создать какую-то отправную точку, с чего бы можно было начинать. И распустил всех, с кем мы играли на тот момент, и записал альбом. И уже после этого, осенью прошлого года, мы собрались уже постоянным составом, с которым проиграли вот почти год. И только вот недавно мы, у нас появился новый барабанщик. Поэтому фактически группа существует с осени прошлого года, но предпосылки уже начинались с зимы. Дякую. От як ми зрозуміли, вже є навіть здобутки, навіть вже є альбом. Да, як да. довго, ну, довго працювали над альбомом і скільки туди входить композицій? Запись альбома відбувалася, можна сказати, в такому даже форсированому режимі, тільки на вихідних в Херсоні. Я туди їздив, в Херсон їздив на вихідні, і в альбом входить 8 пісень, і записали ми їх за 8 днів. Вот. То есть запись фактически очень быстро прошла, создание ну, около года, где-то так. А чому така назва Lazed Orchestra, така доволі незвична? Ну, наше название состоит из двух слов: Lazed Orchestra. Оркестра в переводе оркестр, Lazed — это его имя. Это имя оркестра, оно не переводится. Почему мы взяли символ некого оркестра? Ну, тут две есть причины. Мы играем инструментальную музыку, у нас нету слов, нету текста. Вот, поэтому, как и каждый оркестр, вот, играем инструментальную музыку. А вторая причина – это то, что мы в свои песни пытаемся привнести некое торжество, мощь и атмосферу, которая бывает, вот, когда оркестр играет музыку. А як щодо виступів? Як часто виступаєте? Де? От недавно ми виступали во Дворце творчества учащихся. Там був такий не дуже звичайний концерт. Ми були єдиними рок-представителями на цьому концерті. Було так достатньо цікаво. Вот. Ощущення інші, ніж на рок-концертах. Вот. Но мені понравилось, так класно було. А так можна нас услышать на обычных рок-концертах, вот летом это на открытом воздухе, вот зимой уже ближе к холодам это всякие клубы, там помещения и так далее. Так. Зараз ми будемо насолоджуватися вашою музикою. Скажіть, будь ласка, що ви зараз будете грати? Невеличку таку історію тієї композиції, яку ми зараз будемо чути. Будем сейчас играть достаточно медленную песню, историю, я даже не знаю, что сказать, я бы не хотел, наверное, трактовать как-то эту песню. У нас будет время от времени появляться видео, вот, на котором, ну, мы попытаемся раскрыть вот суть. А так пусть каждый наложит свои проекции на музыку, вот, и вот так вот. Так, отож, зараз ви будете грати, а глядачі, я будемо насолоджуватися вашою музикою. Кожен буде збереться зі своїми думками і буде думати про своє, тому що кажуть, що музика без співу, вона так надихає на думки, тож я пропоную, так, вам грати і дарувати музику нашим глядачам. Вміщуйтеся зручніше на диванчики, можете взяти чашку кави в руки і слухати композицію нашого музиканта.
Дякую. Така дійсно доволі цікава композиція, спасибо. Навіть трішечки незвична. Я думаю, що телеглядачам сподобалося, мені сподобалося, наприклад. Тож давайте далі продовжимо нашу розмову. Ви казали про відео. Отже, ви знімаєте відео. Розкажіть про це, будь ласка. Да, от буквально пару неділь назад ми почали знімати відео на одну із пісень, відсняли начало, от, і где-то в течение місяця плануємо доснять. Вот, и выложить в интернет это все дело. А и вот какая тема клипа? Про что? Это будет сюрприз, не буду рассказывать. Могу сказать, что там будет хореографический этюд. Ну, танец будет в клипе, вот, помимо всего другого. Под музыку, так танец будет доносить, да, до нас суть самого, да, творчества. Ну, не только танец, но будет и танец, да. Так, будет такое поєднання будет, так? Вы пишете музыку. Да. Что вас надихає на написание музыки? И как часто у вас народжується якийсь новий шедевр? Вдохновляет просто, может, любое что-то, ну, вот, просто можешь идти, смотреть красиво, там, солнце садится, или звезды красивая, луна, вот, чаще всего это, практически никогда не вдохновляют меня какие-то вот технические, там, достижения людей, дома, какие-то города, супермассивы, не очень. А вот природа нравится, вдохновляет. А музыка? Ну, практически никогда не бывает такого, что в клоце появилась песня, то есть это всегда работа. Появляются какие-то определенные кусочки, мотивы, это все записывается, потом садится, выбирается, компилируется, и вот так вот появляется песня. Ну, как часто, даже не знаю, по-разному. Як надихне, так? Да, душа, да, і розум. Скажіть, дуже часто музиканти, взагалі творчі люди, несуть за собою якийсь мотив своєї гурти, якусь стиль. У вас є якась така пропаганда? Да, є у нас таке. Це, прежде всего, тому що це мені подобається. Я би мог тут, ну, много-долго розказувати про свої благонамірення, там, що я мир за мир во всьому мірі. Но всегда первопричина есть то, что мне это нравится. И уже во вторую очередь я понимаю, что музыкой можно решать также спектр, ну, много разных задач, например, такие как поднимать нравственность людей, нравственный уровень людей. Это, я думаю, актуально сейчас, особенно сейчас в наше время. Вот. Также, например, такая задача, как формирование мировоззрения. А мировоззрение выполняет одну из, ну, основных, скажем, очень важную функцию в психике человека. Это формирование наилучшей линии поведения на будущее через сравнение вновь поступающей информации с той, которая уже есть в памяти. Вот. И в зависимости от того, насколько адекватно это мировоззрение жизни, вот, настолько и правильное решение будет принимать человек. Вот, это очень важно. Например, еще одна задача – это человек может черпать ресурсы из музыки для любой другой своей деятельности. Ну, самый простой пример – это вот пришел человек с работы или не с работы, просто уставший, там, включил свою любимую музыку или просто хорошую какую-то музыку вдохновляющую. Вот, послушал, набрался эмоций, позитива, зарядился энергией, там, приобрел смысловой строй и пошел дальше заниматься там своими делами. Вот, еще я, ну, лично я не буду говорить за остальных, пытаюсь пропагандировать, как бы, ну, не пропагандировать, рекламировать, скажем так, здоровый образ. Здоровый образ жизни, имею в виду там отказ от алкоголя и от курения. Это тоже, я считаю, одна из самых больших проблем современности. Вот. Ну, своим примером, уже не через музыку, просто своим примером. Вот. Ну, и можно много разных задач решать. И исходя из этого, мы пытаемся делать музыку наиболее качественную. Вот, и будем пытаться, да, делать наиболее качественную музыку, чтобы вот она наиболее подходила для решения вот таких вот задач. Так бачите, скільки задач можна вирішити за допомогою музики, так? І на розум якось посприяти. Ну, це чудово. А які творчі плани на майбутнє, Андрій Васильович? Ну, творчі плани, ми так, в принципі, починаюча група, у нас багато планів, ну, із самих ближайших это вот, як вже говорили, доснять відео. Дальше ближе к осени и осенью
виступить, ну, на пару концертів виступить. Весною почать запись нового матеріалу. От. І где-то в середине весни сделать сольний концерт. Я вам від щирого серця бажаю, спасибо, щоб вам все вдалося. І зараз пропоную ще познайомитися з однією з ваших композицій. Давайте декілька слів скажемо. Що ви зараз будете грати? Пісня називається повільне. Ну, вже більш ритмічна, ну і не швидка. Пісня називається «The Song of Indian Man». В переводі «Пісня індуса». От ця пісня, о чому думає індус? Отож, давайте з вами дізнаватися, про що ж думають індуси. Так, цікаво. Так, отож, про що думають індуси, ми дізналися, да? Кожен, мабуть, по-своєму зрозумів, а я вам теж бажаю лише самих гарних думок, позитивних, самих яскравих, яких тільки можна. Дякую вам, Василю, що завітали до нас в студію, що так все пояснили, показали свою музику, ми задоволенням її послухали.